48-летняя Наталья Антонова сообщила, что впервые стала бабушкой. Ребенок родился в семье старшего сына артистки Артема. Радостную новость звезда отечественных сериалов объявила в соцсетях, записав видео по дороге в один из московских роддомов, а потом разместила кадры с выписки. Теперь мы деда и баба. Что такое быть дедушкой и бабушкой? Интересно, самый трогательный момент. Наш сын – отец, у нас есть внучка, отметила знаменитость, имея в виду себя и мужа, Николая Семенова. Правда, супруг Антонова и приходится Артему отчимом, а его родным отцом является актер Александр Вершинин. Наталья познакомилась с коллегой по цеху на съемках фильма «На заре туманной юности», где они играли влюбленных. Их экранный роман очень быстро стал реальным, и уже спустя 3 месяца пара сыграла свадьбу. Но брак артиста продлился всего 5 лет, а расставание Антонова пережило с трудом.